Всем подписчикам привет! Хотел с вами поделиться своими наработками для сохранения остроты зрения до глубокого преклонного возраста. Эти приемы основаны на различных школах традиционной медицины. Это индийские приемы, китайская джинзюн-терапия, приемы точечного массажа, приемы тратака. Это из индийских всех трактатов, которые позволяют вам сохранить зрение до преклонного возраста и избежать таких проблем с ним, как глаукома, катаракта, прогрессирующая близорукость или дальнозоркость, миопия. Они опробованы мною на протяжении всей жизни и позволили уже за 70 лет, с лишним я уже живу на этом свете, сохранить остроту зрения примерно на одном и том же уровне. Что это за приемы? Показываю первый прием. Это приемы точечного массажа. Цзинь-минь – это точка, которая находится во внутреннем углу глаза на поверхности орбиты. Она находится на пересечении трех меридианов и отвечает за остроту зрения. Как ее найти? Вы должны от края внутреннего глаза переместить палец по носу до бугорка, здесь бугорок, симметрично слева и справа, и на эту точку надавливать на протяжении 8-10 секунд. Нашли ее? Придавили и отпустили. При этом палец не убираем с точки. Вот такое движение. Надавили и отпустили. Так нужно сделать до 10 раз. Надавили, отпустили. При этом вы можете заметить, что острота зрения улучшается прямо на глазах. Вторая очень важная точка. Цзинь-минь, которая вне меридианная и очень важная точка вне меридианная, находится на внутренней край брови. Если вы пойдете вниз по орбите глаза, то здесь вот на пересечении орбиты находится впадинка такая и бугорок. Вот бугорок как раз эта точка и будет у вас искомая цзинь-минь. Вот она, нашли ее. Точно так же можно воздействовать на нее или одной рукой, или кончиками пальцев надавить на эту точку. Надавите до появления чувства распирания в глазу. Цзинь-цзинь-минь. И отпустить. Точно так же сделать в количестве 8-10 раз, не убирая палец при этом с точки. Значит, две очень важных точки, которые наверняка вам позволят прояснить зрение. Вторые приемы – это приемы тратака. Это гимнастика для глаз йоговская. В чем ее суть? Вы должны разогреть ладони, потерев их друг от друга до появления теплоты, и закрыть глаза, оба глаза, чтобы у вас ладони касались глазных яблок. Это так называемый прием палминг. Вы должны закрыть и на протяжении 10 секунд примерно прогреть глаза. При этом убрать и немножечко проморгаться. Второй прием истротаки – это тренировка глазодвигательных мышц и мышц, которые отвечают внутри глаза за фокусировку зрачка. Это приемы тратака. Вы должны пальцем прикоснуться примерно до середины брови и глаза свести на этот палец, то есть настроить взгляд на этот палец. И затем перенести взгляд вдаль. Куда-нибудь, ну, можно на природе, если то далеко. За счет этого вы как бы
настраивайте линзу, фокусируйте ее внутрь, перемещением мышцами кривизну в хрусталика меняем, и вне. Этот прием очень хорошо тренирует именно вот эти мышцы, отвечающие за рефракцию, то есть за настройку глаза. Еще один прием хороший очень. Восьмерка. Вы должны глазным яблоком вот так вот по восьмерке сделать несколько поворотов. Вы должны просмотреть влево до конца на переносицу и вправо до конца и на переносицу. То есть у вас глаз движется по восьмерке. Это упражнение тоже очень хорошо позволяет тренировать глазодвигательные мышцы. Спасибо всем за внимание.